Мы приветствуем вас в студии Digitark, и сегодня мы с Татьяной расскажем вам о тех подарках, которые вы можете получить, приобретая товары в новогодней кампании в интернет-магазине Telia. Здравствуйте! У нас на столе много интересных товаров. Ира, начнем с Nokia 3310. Расскажи нам об этом телефоне. Ты, наверное, не поверишь, но это не тот самый телефончик, который вышел когда-то в 2000 году и тут же покорил сердца пользователей мобильными по всему миру. И этот телефончик новенький. У него корпус в два раза тоньше, чем у предыдущего. Я заметила. Да, но при этом его аккумулятор может потрясти совершенно пользователей смартфонов, которые заряжают свои телефоны один, а то и два раза в сутки. А еще в нем есть возможность пользоваться двумя сим-картами одновременно и экранчик цветной. Если кто-то соскучился по змейке, как я, он может взять и поиграть в змейку. И знаешь что? Не могу удержаться. Всю обратную связь от клиентов, все отзывы зачитывать не буду, но два предложения прочитаю. Прямо как в молодость вернулся. Наконец-то первый нормальный телефон за последние 10 лет. Красавица, не аппарат. А то развели тут айфоны всякие. Для любителей классики и поностальгировать. Точно. Но телефон телефонами, а тут вот какая-то коробочка с яблочком. Да, это очень интересная штучка. Это такая приставка, которая называется Apple TV, Apple TV 4K. И ее главное отличие в том, что теперь эта приставка позволяет смотреть видео, фильмы, сериалы в формате 4К. То есть в очень хорошем разрешении. Эта приставка необходима для того, чтобы подключить к телевизору iPhone, MacBook, iPad, iPod, то есть все ваши устройства Apple. То есть я правильно понимаю, что я могу посмотреть с iPhone фильм прямо на большом экране? Да, или посмотреть на большом экране свои фото, видео, которые сохранены в телефоне. Также с помощью этой приставки можно зайти в App Store, скачать много разных приложений, игр, поиграть на большом экране, ну и, естественно, весь контент Netflix, HBO и других известных мировых производителей также будет доступен в телевизоре. А вот у нас тут стоит большая колонка интересного дизайна. Расскажи про нее, пожалуйста. Я думаю, что многие меломаны и настоящие гурманы от музыки знают фирму Harman Kardon. Конкретно эта колонка четвертого поколения, Studio 4, и ее особенность заключается в том, что вот таких вот UFO между собой можно соединить 100 штук, воспользовавшись специальным предложением. То есть вот мультирум дома легко можно сделать. Что мне интересно, что сразу два устройства можно подключить к одной колонке, и мы, например, с тобой можем устроить дискотеку, включая музыку то с одного, то с другого телефончика. На самом деле не это главное достоинство колонки, а главное достоинство – потрясающий звук, действительно очень хорошего качества. Даже многие автопроизводители используют в своих таких хороших моделях колонки этой фирмы. Ну и, конечно, хочется спросить про фитнес-трекеры. Мы все приходили в форму к Новому году, но это не означает, что мы после Нового года не будем стремиться к пляжной форме. Да, теперь пора готовиться к лету, и у нас вот в рамках компании можно получить с разными товарами такие фитнес-трекеры. Это фитнес-трекеры Huawei и Xiaomi. Они очень такого интересного, элегантного дизайна, без больших экранов. Они отличаются тем, что у фитнес-трекера Huawei сенсорный экран, то есть можно управлять меню, просматривать оповещения, на этот экран приходит оповещение с телефона. Оба фитнес-трекера имеют встроенный пульсометр, то есть они оба одинаково прекрасно следят за пульсом, за потраченными калориями, за пройденной дистанцией, шагами, помогут разбудить утром и так далее. Главное отличие в том, что у трекера Xiaomi OLED-экран, он очень экономичный. И если Huawei держит заряд до 9 дней, то Xiaomi можно не заряжать целые 20 дней. Так что это абсолютно не такой большой недостаток, что нельзя посмотреть всю текущую информацию на экране. Ира, расскажи об этом интересном чехле или что это такое, поподробнее. Да, он с виду такой достаточно скромный, но в этой скромности таится такая элегантность. На самом деле это не просто чехол, это чехол с клавиатурой для планшета Lenovo Tab 4. И пользователь очень оценит возможность приспосабливать этот чехол для разных ситуации, в которых ты можешь с планшетом оказаться. Ты можешь поставить его вертикально и использовать как ноутбук.
ты можешь использовать как планшет. Ты можешь смотреть на нем киношки лежа в кровати утром в субботу. Это самое приятное занятие, которое можно делать. Но, в общем-то, это очень классная штука, которая подключается по Bluetooth к планшету и превращает его в ноутбук легко и непринужденно. И, конечно же, выполняет еще одну функцию, защищает его от царапин и всяческих повреждений стекла. Пользователей планшетом рекомендую. Отличная мультифункциональная штучка. Скажи, а если я хочу побыть наедине с собой и послушать музыку так, чтобы не делиться ею с другими? Вот тут вот наушнички есть. Да, для этого мы дарим нашим клиентам вместе со смартфоном iPhone SE вот такие наушники Beats. Это очень известные наушники, все знают этого производителя. И главная особенность в том, что дизайн этих наушников продуман до самых мелких деталей. Ни одно крепление, ни один стык не помешает и не доставит дискомфорта. Наушники, подушечки наушников покрыты очень хорошим материалом, который позволяет долго слушать музыку. То есть вы не будете чувствовать какого-то дискомфорта на ушах, если слушать музыку несколько часов подряд. Конечно, это не наушники с Bluetooth. Они подключаются к устройству через провод, но это решает ту проблему, то, что они никогда не садятся. То есть самый важный момент, когда хочется что-то послушать или когда идешь на прогулку, не нужно будет бежать заряжать наушники. А расскажи, пожалуйста, об этой светящейся штучке. Это бутылка для питья, колонка? Ну да, или такой светлячок, с которым можно прогуливаться в саду. На самом деле это колоночка от Samsung. И эта элегантная колоночка, я думаю, что я не удержусь ее все-таки. Несешь куплю, домой. Унесу ее домой прямо отсюда. Эта элегантная колоночка хороша тем, что помимо того, что она играет звук, она создает настроение. В ней огромное количество оттенков света, которыми можно управлять с помощью приложения на телефоне. Очень легко управлять и очень легко устроить светомузыку, дискотеку, романтический вечер. Вот все, что нужно под настроение, самое оно. Это далеко не все подарки, которые мы приготовили в рамках новогодней кампании. Есть еще. Заходите на нашу страницу Telia.ee, заходите в интернет-магазин, смотрите, выбирайте. И до встречи уже на следующей неделе в передаче «Дигитарг». До свидания!